Следующий раздел называется «Фантомы и иллюзии», и здесь объединены произведения, которые с разных сторон раскрывают тему различных когнитивных искажений и наших ошибочных и ложных представлений о мире, нашего искаженного восприятия и собственных каких-то фантомов, фантазмов и иллюзий, которые нас сопровождают. Поэтому многие работы здесь, они, ну вот вообще раздел открывается работа Калашникова «Отражение», где мы видим призму, которая все преломляет, и, собственно, вот это преломление нас сопровождает очень часто и где-то подводит, а где-то выручает. И здесь работа Александра Левицкого «Фонтан», где мы видим вот такое вот фантомное изображение обезьяны со знаками вопросов в ушах и мерцающие такие потоки воды. Кулик с его серией «Алиса против Лолиты» и более ранние 70-х годов такие вот фантомные образы Валентина Новиченко, они без названия, но это вот такие вот женщины прекрасные, архетипические где-то, которые опять же могут выходить уже не в страшных, а в каких-то красивых снах. Очень концептуальное прочтение образа человека в работах Владимира Жукова, одного из самых ранних тоже авангардистов здесь, представителей так называемого второго авангарда на Урале, который начал работать в 80-е годы с металлом и размышлять в том числе и про вот эту, про распад и про то, как разные элементы, фрагментарность является достаточной для того, чтобы достраивать какие-то образы. Венимин Степанов с его серии «Пейзаж в интерьере», это работа без названия из этой серии, где мы видим линию электропередач, обрамленную в такой почти поп-артовский орнамент. И та самая степень остановления, о которой я уже говорила, касаясь работы Степанова, она здесь звучит очень ярко и, собственно, намекает на то, что все не то, чем кажется. И вообще этот раздел про то, что все не то, чем кажется. Я не буду останавливаться на работе из этой серии, еще одной работе из серии «Времена года» Набасарского, Виноградова. И, наверное, скажу вот про объект костюм фараона Дмитрия Цветкова, представляющий собой, по сути, расшитый ватник, украшенный ватник. И в общем-то, это такой тоже очень яркий намек на то, что все не то, чем кажется. Потому что, с одной стороны, ватник – это очень типический предмет гардероба советского и русского человека, такая одежда, в которой хоть куда можно пойти и остаться незамеченным, но ватник расшитый, вот такой яркий, декорированный, конечно, перестает эту функцию, обеспечивающую собственную незаметность, нести, и одновременно, поскольку это фараон, у него есть головной убор, это, конечно, размышление и про ложность нашего восприятия статусных объектов, и про то, что это такой разрыв шаблона в отношении национальных костюмов. И, в общем, ну, это все про такую амбивалентность и множественность прочтений. И следующий раздел, третий здесь, это поиск ответов, который тоже открывается одной из работ в серии «Любовь Фронова» Мамушева Монро, где мы видим героиню, всматривающуюся в себя в зеркало. И, собственно, мотив зеркала здесь продолжается в работе Сергея Манюшко «Утро», где героиня тоже вот так вот медитативно всматривается в себя и, возможно, на самом деле в этот момент как раз ищет какие-то ответы на внутренние вопросы. Тоже про взгляд в себя отчасти работа Олега Илового «Автопортрет». И про внутренние лабиринты, про поиск выхода из этих лабиринтов, и Анатолий Калашников, и Сергей Самоцов. У Ивана Снегирева в работах «Движение», «Три вперед, два назад» затронута тема сложностей на этом пути движения к ответам на внутренние вопросы. Здесь у велосипеда слетела цепь, а тут «Три вперед, два назад», то есть очень медленное движение, движение чем-то останавливаемое, с препятствиями. Такой взгляд, опять же, попытка осознать себя через предметы представлена у Владимира Токмакова в его натюрморте. С автопортретом, ну, мы видим, что нет человека, а есть набор предметов, по сути, набор ценностей. Дмитрий Гутов с его
работы с возрастом я научился больше и лучше говорить, но научился и молчать. Как раз про опыт, про то, что мы приобретаем, когда ищем ответы и пытаемся как-то освоить, метаболизировать мир вокруг нас и жизнь. Ну и, конечно, одна из самых радикальных работ на этой выставке – это Юрий Альберт. Эту работу художник написал собственной кровью. И это такой радикальный подход тоже к поиску ответов на какие-то внутренние вопросы и на вопросы, очень характерные для художников-концептуалистов, где границы искусства. И здесь он буквально воплощает вот эту расхожую, очень метафорическую мысль о том, что в каждой работе художник оставляет частичку себя. Вот он берет и оставляет реальную частичку себя и пишет работу кровью. Ну и прекрасная серия Александра Ройтбурда, украинского художника, в которой он представил вот такие вот медитативные пейзажи с слоганами, которые отсылают нас к разным понятиям из восточных философий, и где он говорит о том, что он дает такие советы в повелительном наклонении, не вращай карму, успокой дао, умей де, но так или иначе, это опять же те возможные ответы, которые мы ищем, и они, возможно, нам помогут и станут ответами на какой-то этапе. И последний.